А на заседании Кабмина премьер говорил об отопительном сезоне. По словам Владимира Гройсмана, Украина готова к нему на 100%. Топлива котельным и ТЭЦ хватает. Поэтому повышения тарифов на тепло в этом сезоне не будет. А в случае сильного похолодания батареи украинцам могут включить и раньше. Если 3 доби меньше, чем температура плюс 8, розпочинайте опалювальний сезон. Нормативно у нас є 2 тижні відводиться на забезпечення теплом. Це неприпустимо, щоб люди 2 тижні чекали.